В этой серии «Искатели во времени» мы будем ездить на перегонки и узнаем много нового об одном из самых удивительных изобретений – велосипеде. И поверьте, на первые велосипеды стоит посмотреть. Кто-то приделал тормоза к странной колесной конструкции, и так началась история велосипеда. В этой серии «Искатели во времени» мы едем на перегонки и иногда съезжаем с дороги. О, нет! Я всегда считала себя нормальным мальчиком и занимался нормальными вещами, пока не появились Сэм и Джен. Видите? Ну вот откуда она взялась? Странно. Вдруг они начали появляться откуда ни возьмись и уводить меня с собой в прошлое, чтобы я узнал, как там все было на самом деле. Майк Акерман в роли Сэма. Хайди Ли в роли Джен. Стивен Джофф в роли Алекса. Автор идеи Уилсон Конибар. Продюсер Джим Корстон. Искатели во времени. Лучшее приключение всех времен. Искатели во времени. Велосипеды. Просто кошмар. Моя жизнь разбита. С друзьями увидеться не могу. В магазин съездить не могу. А еще если я вовремя не приду в школу, меня исключат. И это будет конец, поверьте мне. Я серьезно влип. Приветик. Похоже, тебе не помешает парочка друзей, готовых оказать экстренную помощь. Джен, ты готова? Готова. Итак, с кем будем биться? Биться? Вы о чем? Дело не в битве. А вот в чем. Видите? Он сломался. Это и есть проблема? Велосипед? Не знаю, что и сказать. Это не проблема, а чепуха. Чепуха? Это, по-твоему, чепуха? Для мальчишки велик — это все. Без него он как без рук. Боюсь, он свое отъездил. Не знаю, Алекс. Ты даже не представляешь, на что способны старые велосипеды. Брось, Джен. Все что угодно, только не старые велики. Все знают, что современные велосипеды куда лучше старых. Современный? То есть такой? Ничего себе! А старый, то есть такой. Здорово! Давай-ка проведем эксперимент. Старый против нового. Покатаемся по парку. Я готов. Жаль, что у тебя нет шансов, Джен. Ты бросаешь мне вызов? Вызов? Это факт. Пусть проигравший купит всем мороженое. Кому-то всем, Алекс. Ладно, я не боюсь. Я выиграю даже на старом велике. На старт. Внимание. Марш. Знаете, я никогда об этом не задумывался. Но как появились велосипеды? Мы ждали этого вопроса. Чтобы выяснить это, мы отправимся в эпоху... Возрождение. Это с 15 по 17 века. То были времена Колумба и Шекспира, времена достижений в науке и искусстве. Одним из величайших деятелей тех времен был... Леонардо да Винчи. Великий художник и ученый, которого многие считают изобретателем велосипеда. Но, к сожалению... К сожалению, что? Никаких «к сожалению». Видите? А всему виной эскиз Леонардо, сделанный в 1493-м. Да, похоже, это мое. Разве это не доказывает, что я изобретатель велосипеда? К сожалению, нет. Ваш эскиз был выполнен графитовым карандашом. Его тоже я придумал? Нет, его придумали через много лет после вашей смерти. Упс. Вот-вот. И хоть народ считает изобретателем велосипеда вас, ученые говорят, что это не так.
Знаешь что? Катись отсюда и догоняй Джен. Смотрите, где я. Я намного обогнал ее. Сэм, осторожно. В таком положении ты очень неустойчив. Да брось, я профи. Конечно. А теперь настоящая история велосипеда. Его изобретение приписывают немцу, барону Карлу фон Дрейсу. В 1816-м он создал нечто наподобие игрушечной лошадки. Лошадки? Ясно одно, ничего подобного мир еще не видел. Барон фон Дрейс, что это за штука? Это не штука, это как лошадь. Ехать на нем можно быстрее, чем идти пешком. Быстрее, чем пешком? Не веришь? Он сделан из дерева. У него есть руль, который можно крутить и ехать куда угодно. Но как он работает? В этом весь секрет. Но ведь можно упасть. Нет-нет. Нужно просто держать равновесие, и тогда можно ехать... Вот. Нужно просто попрактиковаться. Барон фон Дрейс, кажется, я стою на месте. Когда он разгонится, ты будешь двигаться быстрее лошади. Правда? Ну да. Его не нужно кормить, за ним не нужно ухаживать. И за ним не нужно убирать. Я могу прокатиться до Мюнхена замороженным. Да? Да. Видишь, как хорошо ты можешь ехать! Эй! Эй! Вернись! Но ведь у него не было педалей, значит, это не велосипед. Для тебя нет. Но в 19 веке он наделал много шума. Кстати, о шуме. Что случилось с Сэмом? Господи! Не слабо. Ну ладно. Ну же! Да, я немного не рассчитал. Но зато я срежу дорогу и выиграю время. Не страшно. Поехали! Сомневаюсь. Сэм упал и потерял много времени. Бедняга. Если бы он хоть чуть-чуть интересовался историей, то знал бы, как важны педали. В истории велосипеда они стали значительным шагом вперед. Французы Пьер и Эрнст Мишо, отец и сын, изобрели педали для велосипеда. В свое изобретение они назвали велосипед, то есть быстрая нога. Педали передавали энергию на переднее колесо. Сейчас так работают трехколесные велосипеды. Колесо прокручивалось с каждым поворотом педали, а значит, для езды требовалось меньше усилий. Ясно. Но не значит ли это, что одно вращение педалей давало лишь один оборот колеса? В том-то и дело. И если для детей это было нормально, людям постарше было тяжело. Ты крутишь педали изо всех сил, чтобы отъехать на метр. Как-то не весело. И тем не менее, велосипед стал популярен. В 1868-м Мишо открыли фабрику, выпускающую сотни велосипедов в год. Была и другая проблема. Рама весила около 45 килограммов. Для сравнения, сейчас рамы весят не больше 6 килограммов. 45 килограммов? Как этим можно управлять? Осторожно! Должно быть, это больно. Помимо веса, были и другие неудобства. Мостовые в те времена отличались от наших улиц. Поэтому езда была довольно тряской, особенно на металлическом велосипеде с деревянными колесами. Неудивительно, что велосипед прозвали... Драндулетом!
Интересно, как там Сэм? Ясно одно. Я благодарен судьбе за то, что сейчас у велосипедов такие легкие рамы. Иначе это путешествие затянулось бы надолго. Вперед! Благодаря не судьбу, а семью Старли из Англии. Именно они собрали вместе все детали и создали то, что в нашем понимании является велосипедом. Джеймс Старли был одним из неутомимых изобретателей 19 века. Он мог соединить что угодно с чем угодно и даже изобрел швейную машину. Но однажды случилось нечто невероятное. Что? Землетрясение? Извержение вулкана? Нет, хотя Земля тряслась не меньше. Это был... драндулет. Племянник Старли привез из Франции драндулет. Покупка племянника заинтересовала Джеймса. В то же время он понимал, как можно улучшить дизайн. Он решил сделать раму не из цельного металла, а из полых трубок. Руль теперь также поворачивался легче и мягче. Старли использовал металлические спицы, что позволяло выдерживать больший вес. В результате возник велосипед, покоривший весь мир, и назвали его пенни-фартинг. Соотношение колес было таким же, как и у двух британских монет тех времен – пенни и фартинга. С названием определились, но кто будет его первым испытателем? Старли или его племянник? Велосипедист должен был быть высоким, чтобы его ноги доставали до колес. Это значит, велосипед был неустойчивым и не имел тормозов. К счастью, был еще и племянник. И что еще лучше, у него были свои идеи. И теперь Джеймс и Джон создали велосипед, изменивший все. И назвали его безопасным велосипедом. Безопасный велосипед? Опасно. Впереди обрыв. Он бы мне сейчас пригодился. Искатели во времени. Все знают, как важен велосипед. Но думал ли кто, откуда он взялся? Есть? Вперед! Мы уже выяснили, что велосипед изобрел не один человек, а несколько. Как я понял, именно семья Старли из Англии создала велосипед таким, каким мы знаем его сегодня. Похоже, Сэму нужен как раз такой безопасный велосипед. Мне кажется, у него проблемы. Безопасный велосипед? А что это? Безопасный велосипед – это большой прорыв в нашей истории. Джон Старли изобрел зубчатую передачу, благодаря которой педали и колеса крутились в разном темпе. Это значило, что оба колеса могли быть одного размера, то есть велосипед был намного устойчивее. Ясно. Теперь велосипедист мог крутить педали и ехать быстрее и дальше. Велосипед был безопасным, потому что с него было тяжелее упасть. А потом они изобрели еще кое-что. Тормоза! Я изобрел тормоза! Честно говоря, нет. Но я четко помню, как сказал, я изобрел тормоза. Нет. Тормоза придумал другой англичанин в 1876-м. А я оснастил ими наш велосипед. Какой у меня умный племянник. О чем разговор? Хорошо, что изобрели тормоза. Потому что без тормозов остановить его можно только так. Ну ладно, тормоза — великое изобретение. Но мне надо поторопиться, чтобы догнать Джен.
Без шуток, тебе придется попотеть. Правда, колеса у тебя слегка спущены. О, нет. Думай быстрее. Она обогнала тебя. Хорошо, хоть шины у меня пневматические. Иначе я бы точно не успел. Пневматические? Где-то я уже это слышал. Это значит, что шины, они... Ну, то есть они... А, кстати, что значит пневматический? Пневматический? Это значит наполненный воздухом. Воздух в шинах амортизирует неровности дороги. Поэтому на наших велосипедах куда удобнее, чем на первых драндулетах. Этим мы обязаны многим людям, но в первую очередь Чарльзу Гудьеру. Чтобы встретиться с ним, мы перенесемся в год 1840-й. Это времена парового двигателя, за 20 лет до начала гражданской войны в США. Для большинства своих соседей Чарльз Гудьер был чудаком. Думаешь? Год за годом он пытался создать то, что многим казалось невозможным. Резину, которая не плавилась бы в жару и не трескалась бы в холод. Да, тяжело бежать в кроссовках, которые плавятся. А если серьезно, из-за своих экспериментов... Гудьер остался без гроша в кармане, но ему помог случай. Он пролил жидкую резину на плиту, и вдруг... Что это горит? Вязкой резиновой массы больше не было. Это была... Твердая резина? Вулканизированная. А что это? То, что ты только что изобрел, чудак. Да! Она не плавится, выдерживает холод и не пропускает воду. Ее можно применять где угодно. В том числе... В шинах! Да, как многих нужно поблагодарить за то, что мы можем залатать наши шины, накачать их воздухом и обогнать Джен. Думаю, Джен была права. По-моему, велосипеды не особо изменились за последние 100 лет. Знаешь, ты права. Правда, велосипеды стали легче, появились передачи и яркая одежда, а так все осталось прежним. Сэм не упомянул о самом главном, о том, как велосипед изменил мир. Изменил мир? Да, вот, посмотри. В 19 веке люди в основном не отходили далеко от дома. Машин еще не было, а путешествовать можно было либо пешком, либо на поезде, либо в конном экипаже. Но с появлением безопасного велосипеда все изменилось. Джен права. Велосипед дает нам свободу перемещения в любое время. И это уже другая история. Сначала на велосипедах ездили только мужчины. Они были первыми дизайнерами и велосипедистами. Но смотрите, что случилось после изобретения безопасного велосипеда. Вы видите? Теперь и женщины ездят на велосипедах. Правильно. И это стало началом велосипедного бума. Еще одна интересная деталь. Похоже, все великие открытия мира были сделаны велосипедными фанатами. Задолго до изобретения самолета братья Райт зарабатывали на жизнь ремонтом велосипедов. Это было их страстью, и они работали над тем, чтобы улучшить велосипеды. Так они стали прекрасными механиками и инженерами. А потом они изобрели первый в мире самолет. Привет, мама. Генри Форд, да-да, именно тот.
тоже начинал с велосипедов. И потом применил свои знания о шинах, передачах и тормозах в первом в мире фабричном автомобиле. Ого, как здорово! Я и не знала, что все это благодаря велосипедам. И это далеко не все. Вот, к примеру, посмотри. Не понимаю, что это? Женская одежда 19 века. Как бы мы ни одевались, активно двигаться в ней мы не могли. Правда? Но с появлением велосипедов... Теперь на ней брюки вместо платья. Да. За последние десятилетия 19 века только лишь в США велосипеды приобрели миллион женщин. Для них это был шанс не только расстаться с неудобной одеждой, но и просто вырваться из дому. Ну и ну! Я и не знал, как важен велосипед во всем. Смотри, вот Сэм! Прочь с дороги! Это мороженое мое. Ну да, оно мое. Берегись! Осторожно, ребята! Вы сейчас столкнетесь! Это невозможно. Я думал, я выиграю. А я знала, что обгоню тебя. Думаю, старый и новый... достойны друг друга. Удивительно. Если разобраться, изобретателя у велосипеда нет. Нет. Можно, конечно, сказать, что его изобрел барон фон Дрейс. Но разве бывает велосипед без педалей? Старли, конечно, молодцы, что придумали педали и улучшили колеса. Но пенни-фартинг нельзя назвать удобным. Тогда они придумали безопасный велосипед, напоминающий современный. Но там все же не было передач и ручных тормозов. Не было всяких модных штук. Вообще. Проще говоря, велосипед – изобретение разных людей со всего мира. И тогда все становится на свои места. Потому что велосипед – это лучшее средство передвижения, доступное всем. Я делаю резину. Это мое дело. Потому и прозвали меня Гудьиром.